Всем-всем привет! Добро пожаловать на мой канал Нафиса Уфа. Сегодня незапланированные покупки с магазина Fix Price. По пути мы всей семьей сегодня зашли в Fix Price. И, конечно же, еще были рядом в KFC. И были такие, скажу вам, мега-суперские покупки, мои хотелки и хотелки для моей дочери. Потому что именно вот я смотрю в фикс-прайсах, моему сыну, подросток, будет 16 лет. Почему-то для таких подростков интересных каких-то предметов, ну, если честно, вообще нету. Поэтому, почему я все время говорю для дочери, а потому что там интересные игрушки. Ладно, начинаю. Покупки по 99 рублей, всего одна покупочка. Купила моя дочка себе вот такую вот игрушку. Это у нас игрушка мягкая. Так. Вот. Для детей от 3 лет. И это у нас, наверное, мишка. Ну да, это у нас мишка. Вот. Дочка моя купила на свои накопленные денежки эту игрушку, но попросила меня показать. Стоит 99 рублей и большой ассортимент таких мягких игрушек. Будет она у нас держать вот здесь ее в уголке. Далее покупочки по 77 рублей. Наши хотелки, которые мы уже видели у многих блогеров. Это вот такие вот переводные наклейки. А в ассортименте купила я две штуки. Как вы видите, 77 рублей. Меняет цвет при надевании. Переводная картинка. Перенеси на одежду, надень на себя, рисунок поменяет цвет. Это обязательно мы покажем и протестируем. Обязательно я вам покажу размер картинки. И первая картинка такая девчачья. Вот такая вот миленькая. Смотрите. Надеюсь, вам все видно. На улице пасмурно, поэтому я включила цвет. И получается немножко так темновато. Если кому интересно. И далее второй у нас тоже. Вот такой вот миленький. Посмотрите, какая красота. У нас как раз есть три белых футболочки. Обязательно протестируем и вам покажем. Вот такой вот ассортимент рисунков. Вот такие вот интересные новиночки. Остались очень-очень довольны. И знаю, что уже по отзывам очень хорошо они клеются и смотрятся прекрасно. Далее будут покупочки по 55 рублей. По необходимости я всегда повторяю ватные диски с эффектом прошитого края. Здесь у нас 150 штук. Я не знаю, конечно, если купить по магазине, по акции, различия никакого, конечно же, я не вижу, но я редко теперь бываю каких-то в косметических магазинах, так как заказываю для себя Faberlic Avon, хожу в Fix Price и по пути всегда же беру Ауру ватные диски. Классные, классные диски, всем рекомендую. Далее, как всегда, не ухожу я тоже по 55 рублей женских штук прокладок, штучек прокладок. Тоже хорошие, очень-очень нравятся. Так, подальше уберу. Так, камера фокусируй. И далее, будут мега-супер интересные новиночки. Новиночки для меня. Конечно же, я не ушла, купила два. Как же я, Нафиса, могу уйти с одним? Это вот такое вот средство. Нежный гель-крем. Так, давайте я вот так буду показывать, а один читать. Нежный гель-крем для интимной гигиены. Мать и мачеха и масло чайного дерева. Так, натуральные эссенциальные масла. Масла. А формула тайги. Срок годности. Так, у меня свет. До 19 года. Вот камера фокусирую. И, пожалуйста, кому интересно... Состав: вода, сульфат натрия, глицерин,
Ой, в общем, я не буду перечислять. Давайте я вам вот так вот. Надеюсь, вам все видно. Вот так вот. И сами лучше все прочитайте. Вот. С дозатором. И давайте я послушаю. Так, вот такая вот текстура. Жидкая. Так. Аромат. Так. Ну, не, даже не скажу, что жидкая. Очень даже неплохая текстура. Так, давайте-ка я вам вот так покажу. Гелеобразная. Так, так, так. Немножечко. Терпение, мои хорошие. Вот такая вот, посмотрите. Гелеобразная текстура, не жидкая, классная вообще, потому что пока последняя моя покупка, это заказ Avon, было полное разочарование с новинкой интимкой. Это вот такой вот гелеобразный. И аромат, скажу вам, пахнет какой-то аптечной мазью. Как всегда, мне напоминает что-то вроде лекарства, такой алмагель от желудка. Что-то вот такое напоминает. И текстура мне нравится. В общем, классно-классно. И правда же, по текстуре и получается такой нежный гель-крем. Понравилась мне текстура и аромат такой интересный. Здесь не пахнет ни парфюмом, ни цветами, ни фруктами. Именно вот, именно я ощущаю что-то вот такое аптечное, мазь, аптечный мазь и алмагель. Здесь у нас объем 300 мл, очень такой хороший объем, такая бутыль, тяжелая, очень тяжелая. 55 рублей, сразу взяла две штуки. Буду с удовольствием пользоваться такой новиночкой. Тем более, я никогда не тестировала Green Mama. Далее от Green Mama, как всегда, посмеюсь над собой, купила я два тоника. Успокаивающий тоник для кожи лица, склонной к появлению неэстетичной красоты с морскими водорослями. Так, здесь также объем 300 мл. Так, и вот так я вам поставлю. Надеюсь, вам все видно, чтобы вы вот это все могли прочитать. И состав. Способ применения. После очищения умывания или по мере необходимости протрите кожу лица ватным диском, смоченным в тонике. Тоники я очень люблю, я без них не обхожусь. Вот такая вот тоже удобная крышка. Камера, фокусируй. Смотрите, здесь вот удобная тоже вот, как бы сказать, такая дырочка. И давайте-ка я вам покажу. Так. Вот, она такая белая, прозрачная, как вода. Я думала, цвет тоника может вот такого цвета. Это получается бутылка вот получается такого цвета. Хотя здесь видно, конечно, что цвет бутыли такой. Аромат. Аромат приятный, нежный. И также для меня пахнет валидолом, аптекой, аптечной мазью. Все для меня вот аптека. Что-то медицинское и, знаете, как-то необычный и приятный аромат, так как в других тониках обычно бывает или без запаха аромата, или какой-то парфюм цветочный, поэтому буду с удовольствием все это тестировать и оставлю свой отзыв. Очень-очень довольна такой покупочкой. Вот. Очень рада. Я знаю, что еще в ассортименте должны быть и другие тоники, еще какие-то другие средства. Средства, в общем, и обязательно тоже хочу их приобрести. Вот такие у меня сегодня новиночки. Очень-очень довольна. Далее, из новинок, которые я увидела тоже у девчонок, даже не могу сказать, у кого я видела впервые, появились у нас вот такие вот новиночки по 55 рублей.
Ну как мимо уйти такой красоты? Потому что это можно также здесь хранить. Так, минуточку. Также здесь показана установленная цена 55 рублей и набор резинок для волос в футляре. 50 штук. Вот, 50 штук. Вот такие вот резиночки. Там можно выбирать в разных наборах. Где-то есть больше синих, где-то больше красных. Вот такие вот обычные резинки. Думаю, что резинки ненадолго. Потому что, мне кажется, так... Вот, ну да ладно, поиспользуем, резиночки будут выкидываться, вот так вот, ластики, я думаю, что-то еще положить, вообще будет классно. И вторая вот такая вот красота, смотрите, тоже, ладно, открывать я не буду, так, также здесь 50 штук, вот. Очень остались с Ильюшкой, дочкой, довольны такой красотой. Будет хранить здесь, что ли, на столике. Или можно также другие резиночки потом положить. И так вот все-все будет хранить моя дочка. Так, для нас вот такие суперские покупочки. Далее еще попросила у меня дочка вот такой вот, как бы сказать, новинка. Еще написано новинка. Вип Поп Гум. Ассорти. Также здесь вот какие здесь есть. Так, сегодня, конечно же, ой, не очень-то получает качественно. При дневном свете получается пасмурно. И сколько здесь штук? Штук не написано, только грамм 224. Так, сколько здесь приблизительно штук? Давайте я вам это все посчитаю. Давайте, может, кому-то будет интересно, будет, сколько штук здесь. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Здесь четное число. 14 штук вот таких вот типа чупа-чупс за 50 рублей. Далее купили мы... Вот такой кальмар сушеный, 50 рублей. Думаю, что это очень даже выгодная цена получается. Для кальмара здесь 50 грамм. Так, июнь 17 года до месяца июня 18 года. Свежий, видно, что мягенький, купили на выходные. Далее у меня сын попросил витаминный такой, витаминизированный напиток 0,5 литров. Здесь у нас витамины... В6, В9, В12, С и Е, цинк и селен. Такие вот аромат манго и киви. Мы уже попробовали. Не газированный, приятный, вкусный, не приторный. Нам понравилось. Мы немножечко вот, чтобы попробовать. Вот. Если вы покупали такой напиток, то пишите в комментариях. Как вот. Вот так очень даже приятный, но не газированный. Но это даже хорошо. И далее. Впервые мы в фикс-прайсе. Как говорила, сегодня у нас суббота. Решили мы побаловать себя. Купила я по 8 рублей. Кстати, витаминный напиток стоит всего 25 рублей. Забыла сказать. Сухарики жареные с мясом, с лучком. Две штуки и один у нас холодца и горчица. По 8 рублей. Потому что я вижу, у многих блогеров также показывают. Очень вкусный, но мы впервые покупаем в фикс-прайсе. Вот такие были покупочки. Очень интересные. Надеюсь, вам понравилось. Очень осталась довольна вот такими средствами, как правильнее говорить. Поэтому говорю... В двух видах разных. Очень остались довольны. Дочка осталась довольна вот такими покупочками, потому что мы вчера смотрели обзоры. Она как увидела, сказала: «Мам, я тоже хочу». И зашли, и вижу, они лежат. Их было очень много.
А вот таких вот в ассортименте в городе Уфа на юношеской библиотеке очень много. Вот таких где-то осталось штуки 3. Вот такие были интересные покупочки. Очень-очень остались довольны. Покупки были на 800 рублей. Так, вроде вам все показала. Всем спасибо, что были до конца обзора. Подписывайтесь на мой канал. Скоро покажем, как мы делаем шашлыки. Не именно шашлыки, а как будем тестировать электрошашлычницу «Кавказ-3». Всем до новых встреч и всем пока!